Приветствую всех тех, кто зашел на мой канал и смотрит сейчас это видео. У меня есть три вот таких телефона одинаковых. Это BlackQ A8. Раз, два, три. Значит, здесь не видно, что это серый телефон. Он как будто бы какой-то, не знаю, синий что ли. Это у нас белый цвет, это серый, не черный, серый. Черного не бывает в природе. Это золотистый. Давайте их перевернем вот так и посмотрим. Смотрите, хоть у нас и заявлен здесь белый цвет, у нас он белый, а здесь заявлен у нас золотистый цвет, но он у нас тоже почему-то белый. То есть будьте к этому готовы. И вы видели рекламу, где VK World декларируют, что у него нет рамки. Посмотрите, какая огромная рамка на экране, черная. Видите, да? То есть уже производитель где-то лукавит немножко. И вот даже здесь вот это видно. То есть рамку видно, я надеюсь, видно. Сейчас наведу фокус. Вот, поэтому не ведитесь на рекламу. На красивую рекламу дорогих наших китайцев. Вот, китаец будет не китаец, если он не обманет. Поэтому вот так. Давайте сейчас посмотрим. Значит, куплены телефоны были у разных продавцов, все оказались качественными. За исключением одного. У всех был один и тот же брак. Какой это брак, давайте я вам покажу. Чтобы вы были готовы к этому. Смотрите, вот я включаю Open Camera, да? Моя любимая, кстати, программа. Вам тоже советую. И для того, чтобы показать вам этот брак, мне придется, наверное, выключить вспышку. Сейчас я выключил вспышку. И мы видим, что мы видим. А мы видим, друзья, что у нас здесь битые пиксели. Да, у нас здесь битые пиксели. Вот один битый пиксель. Вот второй сияет, как звезда. Дорогой ты наш. И у нас здесь еще вот битые пиксели. И еще. То есть видим, что творится, да? И все это будет потом на видеосъемке. На фотографиях это будет не так заметно, но Full HD разрешение, когда будет широкоформатное разрешение, вы эти точки увидите точно так же, как на экране. Поверьте, они будут вас раздражать. То же самое у нас происходит на этом телефоне. Хотя, повторюсь, телефоны были куплены у разных продавцов. Что самое интересное. Но везде имелся вот этот вот дефект. Я подозреваю, что это массовый дефект, массовый брак этих смартфонов. Знаете, иногда бывает, что этот дефект пропадает на время. И вот как раз сейчас этот случай. В черном телефоне этот дефект у меня был. Я написал продавцу по поводу этого. На что он жутко извинился и сказал, что да. Он подтверждает, что этот брак есть. И согласился мне вернуть какую-то часть суммы денег. Но потом, само собой, он скажет это производителю, и производитель ему компенсирует. Потому что он точно так же несет перед ним гарантию, производитель перед этим продавцом, как и продавец передо мной. Переключимся в режим видео. И ага, вот на белом телефоне и на сером, видите, это имеется. Вот, пожалуйста, если вам видно. То есть вот они наши, битые пиксели. Дорогие вы наши. Так, ну а с черным почему-то вот
Как-то так. Не хочет показывать нам битые пиксели. Хотя нет, вот, пожалуйста. Что и требовалось доказать? Вот они. Родимые. Вот, пожалуйста, черный телефон. Давайте включу вспышку. Вот. И наши битые пиксели показались. Вот. Хотел вас предупредить, так что подумайте, стоит ли брать этот телефон. Но хочу сказать, что данный баг вылазит только при использовании приложений сторонних для камеры. На встроенном приложении этого нету, то есть незаметно почему-то. Почему, не знаю. То есть этих точек сейчас нет. Я понятия не имею, с чем это связано. Но я не записываю никогда видео через встроенную программу. Почему? Потому что в ней не гибкие настройки. Невозможно настроить битрейт. Слишком много места занимает видео на карте памяти. И мне не подходит этот вариант. Поэтому я всегда пишу через Open Camera. Но так как присутствуют точки, меня это не устраивает, потому что я не могу нормально записывать туториалы для вас и видео. Поэтому как бы для меня это брак. Видим, что экраны абсолютно одинаковые. Кстати, серый и белый телефоны были куплены у разных продавцов, но они оказались одинаково качественными, да, хорошими. Вот. Ну и черный, соответственно, у нас тоже без каких-либо глюков. Все нормально. Вот так вот. Так, батарея в этих телефонах ужасная. Если вам это не важно, можете брать этот телефон. Но обязательно купите к нему дополнительный аккумулятор Powerbank, который будет заряжать этот телефон. Иначе вы рискуете остаться вообще без связи. Самый неподходящий момент. Еще хочу вам сказать, чтобы вы обязательно, чтобы вы обязательно покупали только белый цвет. Почему, сейчас объясню. В прошлом BlackYouth мы этот момент рассмотрели вскользь, а сейчас я остановлюсь на этом более подробно. Сейчас вы наглядно можете наблюдать, что у нас есть золотистый цвет, серый и белый. Посмотрите, хоть это и самый красивый цвет, опять же таки, на картинках, в магазинах, у братьев наших китайцев, но в жизни это самый паршивый цвет, который только может быть, потому что у него матовое покрытие, и матовое покрытие очень дешевое. В этом телефоне, в сером, немножко получше, то есть немножко более дорогая на ощупь отделка. Здесь она откровенно дешевая, и вам стыдно будет давать такой телефон кому-либо в руки. Вы можете юзать его только в собственных руках. Давать его мне рекомендую, иначе сразу подумают, что вы пользуетесь дешевкой. Поэтому золотистый цвет хорош только визуально. Серый оставляет некий компромисс. Если вам уж не хочется никак белый цвет, можете взять черный. В принципе, человек не шарящий, не разбирающийся в телефонах, он может и не понять, что это дешевый телефон. Но если вы купите белый цвет, тут уже вы на коне. Очень качественный пластик. Я даже не могу понять, почему так происходит. Вроде бы одни и те же цвета, но что, золотистый цвет, извините, он золотом, что ли, покрыт? Почему крышка здесь дешевле? Почему она такого паршивого качества? То ли на краске, что ли, экономят китайцы? Но это уже совсем мелочность. Она стоит меньше доллара. Если они так экономят, то я прям не знаю, что о китайцах и думать. В общем, крышка здесь, она напоминает японские модели, например, телефонов Kyocera или, не знаю, иногда можно
спутать с Sony по качеству. Действительно, это у нас железо, кстати. Пусть китайское, но железо. И это уже придает вес. И как бы, если бы не было этих рамок ужасных, я считаю, просто кошмарно, кошмарно больших, то телефон вполне бы мог сойти за какую-нибудь дорогую вещь, если бы люди не разбирались, что это Black Hue и сколько он стоит. У нас также есть двойная вспышка, поэтому телефон производит очень пристойное впечатление. И у нас камера Sony. То есть, если человек возьмет этот телефон в руки, он включит камеру, да, он куда-то ее наведет, он что-то не сфотографирует, удостоверится, что он действительно хорошо фотографирует, а он хорошо фотографирует, я вам скажу, то вам не будет стыдно за этот телефон, что вы купили его за $51, там 52. Ссылочка будет под описанием, где я покупал. Советую вам купить здесь. Почему? Потому что продавцы проверены, я с ними давно сотрудничаю. Если вы будете покупать самостоятельно, не факт, что вам пришлют хороший телефон и потом еще вернут деньги. Вы знаете, как китайцы неохотно возвращают деньги, если вдруг что-то пошло не так. И приходится очень с них серьезно выбивать эти деньги через поддержку Алиэкспресса, через споры. Но это очень длительный, очень утомительный процесс. Поэтому лучше связываться с продавцами проверенными в этом плане. Вот. Поэтому, пожалуйста, не попадайте в ловушку производителя, не ведитесь на красивые, красивые цвета на сайтах и покупайте белый цвет. Очень вам рекомендую. Или вы вообще можете приобрести Yumi.ROM. Если уж вам так хочется. Но там большой экран. Неудобно его носить с собой. Но здесь батарея подведет вас в самый неподходящий момент. Если вы не будете иметь powerbank. Дополнительный аккумулятор. Вот все, что хотелось сказать. Основной обзор я уже провел этого телефона. Поэтому повторяться не буду. Ссылочка будет у вас на экране. Вот вы ее сейчас увидите. А это был просто наш обзор. У меня оказалось 3 телефона, я решил воспользоваться возможностью снять это все для вас и предупредить о том, что вот так вот у нас получается с китайцами, как они нас пытаются обмануть. Но тем не менее, не было бы китайцев в мире, не было бы и дешевых товаров, поэтому китайцев тоже можно понять и простить. Надеюсь, они больше такого делать не будут. А вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте свои комментарии. Возможно, может я в тесте что-то упустил, может вам что-то хочется видеть. Подскажите мне, как я могу более детально проводить тесты, если вам вдруг какой-то информации не хватает. Всем пока! Хочу вам показать наушники из комплекта, которые идут в комплекте к этому телефону. Вот такие они у нас. Самые простые, самые дешевые наушники. Цена им, ну, примерно на AliExpress, ну, я не знаю, $2. Примерно. Звук в них откровенно паршивый. Низов вообще нет. Середина провалена. Верхи присутствуют не в полной мере. Поэтому... И вот эти вкладыши, они ужасно паршивого качества. То есть в ушах они потеют, не держатся нормально. В общем, наушники ни о чем. Микрофон здесь. То есть просто для разговора. Ни о какой музыке можете и не думать даже. Но если вы вдруг хотите купить дорогие уши к ним, например, Philips или Sony или Panasonic, крайне не рекомендую вам это делать. Почему? Потому что здесь за аудио составляющую всего, что вы слышите, либо пишете на микрофон, отвечает аудиочип от MTK. То есть встроенный аудиочип в процессор MTK. MTK6580. Как вы думаете, если это бюджетный процессор, будут ли сюда ставить, устанавливать хороший аудиочип? Вот-вот. Я протестировал на многих наушниках этот телефон. И дорогих, и дешевых. И на Sennheiser тестировал. Честно вам скажу, Sennheiser на этих
телефонах на MTK6580, любой телефон, Yumi-ROM, VK-Volt F1, неважно, они не раскрываются полностью. То есть телефон звучит откровенно паршиво, и сравнивать его с Walkman или телефонами такими, как Sony, либо, я не знаю, LG, там, Samsung, вообще смысла никакого нет. Поэтому можете не рассчитывать на то, что он вам заменит плеер. Если вы не меломан и вам качество звука не важно, для вас будет все окей, все нормально и классно. Но людям, которые привыкли слушать в хороших плеерах, хотя бы средней ценовой категории музыку, вот этот телефон, он не удовлетворит запросы, даже с дорогими наушниками. Поэтому думайте головой, не используйте эти бюджетные китайские телефоны для прослушивания музыки. Точно так же не используйте их для диктофонов. Не подключайте к ним микрофон, чтобы записывать что-то. Если вы хотите более лучшего звука, лучше используйте отдельный диктофон. Например, Olympus, Panasonic. Не знаю, там какие еще есть. Либо используйте видеокамеру со встроенным входом для микрофона. Или записывайте просто на хороший, дорогой смартфон. Если у вас, конечно, есть такая возможность. Советую вам хотя бы купить Xiaomi из высшей ценовой категории. Либо Meizu. Там хоть иногда устанавливают хорошие чипы аудиофильные. Во всех остальных смартфонах с этим беда китайских. Китайцы вообще не уделяют звуку никакого внимания практически. Вот. По поводу звука, вот все, что хотелось, собственно, сказать.